Всем приветики. Пришла ко мне такая вот посылочка 12 августа. Сегодня я ее забрал. И вот сейчас мы ее будем распаковывать. В таком почтовом пакете она пришла. Он там чувствуется с пупыркой. Помимо того, что сам пакет с пупыркой, вот он, здесь даже что-то написано. Помимо того, что сам пакет с пупыркой, так еще пупыркой дополнительно упакована сама коробочка. Я такую коробочку заказывал для хранения в ней чего бы то ни было. И помимо того, что пакет с пупыркой, так еще и коробочка с пупыркой. Вот это круто. То есть видно сразу, что продавец заботится о покупателе. Хотя можно просто обрезать. Хотя это, наверное, будет сложно. Сейчас я это сделаю. Ну, в общем, получается, продавец со всех сторон заклеил скотчем. Здесь я уже обрезал, здесь. И здесь. Все. Вот она пупырочка, а внутри нее такая вот коробочка. Открывается она таким вот образом, и внутри нее еще такой вот поролончик. Какой же продавец молодец, насколько же он заботится о покупателе. Помимо того, что пакет был с мягкой пупыркой, так еще и коробочка была обернута в пупырку, чтобы если... То есть двойная пупырка. Ну, и причем он был не одним слоем обернут, то есть уже здесь где-то два слоя было. Плюс на почтовом пакете это уже тройной слой. И внутри еще такой поролончик, чтобы, если будет давиться, чтобы не сломалось. Это качество. Вот это сервис, вернее. Так, на вид она вроде новенькая, без царапин. Да, вроде бы все новенькое. Здесь даже есть какая-то штучка такая, куда можно... подвесить. Ну и сюда можно положить что угодно. Какие-нибудь... Я хотел сюда штекеры положить. То есть у меня много таких вот штекеров. И все они хранятся в таких вот упаковочках. Я хотел их не хранить в упаковочках, а сложить их вот так вот в коробочку. Чтобы все лежало... Ну, конкретно в коробочке, потому что каждый раз открывать пакет, доставать штекер, потом, если не надо назад ложить, как-то неудобно, проще, ну, открыть упаковочку и положить все туда. Убирал с кадра, чтобы проверить на наличие царапинок, но их там нет, то все хорошо. Но более-менее коробочка реально выглядит новой. И теперь туда можно положить штекеры все. Да, соединительные штекеры. Вот они все. Они одинаковые, в принципе. Где-то комплект, где-то нет. Но в целом как раз они сюда все залазят. Причем они легли. И еще осталось место для того, чтобы... Сверху еще один комплект штекеров положить. И даже если закрыть, то, в принципе, мне кажется, можно даже в три ряда, наверное, положить. Но в целом довольно-таки круто. Все, а теперь все штекеры будут лежать у меня в такой коробочке. Если понадобится, просто открыл, достал, что надо, закрыл. Удобно. Не нужно по этим пакетам лазить. Довольно-таки круто. Хотя у меня там где-то еще штекеры были. Сейчас посмотрю, если по размеру они такие же, то можно сюда добавить. А если нет, то тогда нет. Нет, у других штекеров я посмотрел другой разъем уже. Вот. Они немножко побольше получаются. Внутренний разъем побольше. А у этих поменьше. Внутренний разъем... Внутренняя эта палочка здесь поменьше. Поэтому сюда...
не буду их слаживать, ну, чтобы все были в одной коробочке, один размер, в другой размер. И в итоге для этих штекеров нужно другую коробочку заказывать. Вот. Ну, в целом удобнее. Или вот по пакетикам хранить, или все-таки в коробочке. В коробочке в разы удобнее, все так упаковано лежит. Пожалуйста. И наглядно видно, сколько их там. Потому что в пакете они могут, ну, в кучу собраться, и непонятно, сколько их там. А тут уже и по количеству видно, сколько. И лежат удобно, можно их брать. Вообще классная штука, мне нравится. А эти, которые кусочками, можно даже и сюда положить. Да вообще, у каждого типа свои цели. Сюда можно вообще что угодно положить. Там при заказе размеры указаны, и каждый смотрит под себя, какие ему нужны размеры. И дальше уже по размерам ты уже рассчитываешь, что сюда тебе влезет. Я так рассчитал, что у меня сюда все штекеры влезут, и даже еще вон сколько места остается. То есть, вот они лежат, сверху еще можно положить, это они будут где-то до сюда. И, мне кажется, еще один ряд влезет. То есть, так вот, если открыть, то вот она крышечка, запросто вот до верхней части еще один ряд вляжет, а третий, ну, нет, третий может и не влезть, но два ряда спокойно. Вот такая вот коробочка удобненькая. Такая покупочка. Но стоила она совсем недорого, $75. Я так сейчас подумал, что можно было все-таки две заказать. Ну, как бы, как раз под второе количество штекеров была бы... Ну, под другой размер штекеров была бы вторая коробочка. Да и вообще удобно, сюда можно что хочешь положить. Вот. Ну, а на этом все. Всем покедово.